Яркие, необычные фотографии, интересные и креативные видеоработы, главная роль в которых отведена крымско-татарскому флагу. В рамках конкурса «Мили Байрак» всем желающим предложили сделать креативное фото или видео на тему национальной символики. Байрак бізні бірлеш тұргені, бізің арзу хайалларыны яшатқан бір темсайдыр. Дүнияның дор көшесінден бізге еллаған іштіракчілер бұл Өзбекистандан, Түркиеден, Украинадан, Қырымдан келген ішлер олды. Біз екі номинацияға бұдың бұл ішлерін болдық. Бұл фоторесімлер ве видеолейхалар. Бізім халқымызға, халқымыздың ішінде фаль өле ләхайтсыз адамларға чәре олсын өзіні көстермеге, өз бір істедатыны көстермеге, өз бір фікірлерінен өле бір пайлашмаға чәре олар. Оның үшін біз өле ярышларыны тұрышамыз чоқча япмаға. Мен білесем, пек файдалы. В конкурсе, приуроченном ко дню крымско-татарского флага, приняли участие 90 работ. Среди участников «Мили Байрак», коллективы и даже города. 6 лучших работ наградили ценными призами. Хотела сделать просто более что-то значимое для нашего народа, для наших детей, задействовать. И мы решили снять такой мини-клип. Мы буквально за 2 часа организовали, благодаря всем, что мы сплоченно. Мы решили принять участие, потому что уже давно готовились к подобному проекту, и вот такой перформанс получился. То есть мы нарисовали танцующих 2 девочек, то есть это вот наши ученицы в костюмах крымско-татарских на фоне четвердага. Я подумала, что же можно сделать. А 2 года назад почти что я вышла замуж, и у меня были фотографии свадебные с тамгане. И платье было в национальном стиле, голубом, в цвете тамга. Конкурс был очень интересный, потому что я смотрю, очень много работ было прислано на этот конкурс. Старый Крым вообще у нас город с большой буквы в плане патриотизма. И, естественно, такие конкурсы развивают в детях патриотизм. В первую очередь, чтобы дети любили, ценили, гордились своим народом, своим языком, своей культурой и, естественно, нашим флагом. «Мили Байрак» объединил крымских татар, живущих в разных уголках мира. Общественная организация «Истикбаль» и студия «Карадайнус Продакшн» готовится к очередному событию – конкурс детских авторских сказок «Бырзаманда Барекен». К участию в нем приглашаются ученики начальных классов. Детям предлагают сочинить собственную сказку на родном языке.